хватает секунд. Реки времени так быстро текут, и мы думаем, все будет потом, забывая, что один раз живем. Не звоним, не пишем близким своим, и считаем, что потом все решим. И так поздно узнаем, что у нас существует только здесь и сейчас. У нас есть здесь и сейчас, и нам не надо ждать завтра, чтобы сказать «я люблю», лететь на луну и вернуться обратно. У нас есть здесь и сейчас, и это невероятно. Не пропусти этот миг, не упусти этот шанс, не надо ждать завтра. Это так легко ценить каждый день и кому-то руку дать в темноте. Не делиться на своих и чужих, ведь у нас одна на всех эта жизнь. И не ссориться по мелочам, и плохое что-то не замечать, чтобы не пришлось жалеть как-то раз, что у нас всего лишь здесь и сейчас. У нас и здесь, и сейчас, и нам не надо ждать завтра, чтобы сказать «я люблю», улететь на луну и вернуться обратно. У нас и здесь, и сейчас, и это невероятно. Не пропусти этот миг, не упусти этот шанс, не надо ждать завтра. Максим, пошли цветы, Максим, дорогая. Под аплодисменты. Спасибо большое. Награду певицу Максим за песню «Здесь и сейчас» вручает человек, который привык решать все «Здесь и сейчас». Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель комитета по законодательству Денис Александрович Четырбок. Встречаем, друзья.